В Госдуме запретили блокировку копий пиратских сайтов без суда. Поправку в федеральный закон об информации отклонил Комитет по информполитике. Его глава Леонид Левин пояснил Коммерсанту, что поступившее из Минкульта предложение взять на себя рассмотрение жалоб правообладателей не нашло поддержки Минкомсвязи, Роскомнадзоре, правовом управлении аппарата Госдумы и в самой интернет-индустрии. В законопроекте предлагается также поправка, предусматривающая возможность ограничивать доступ к пиратским сайтам не по приказу Мосгорсуда, как это происходит сейчас, а по решению Министерства связи и массовых коммуникаций. В результате одобрения комитета получили 7 из 8 поправок об ускоренной блокировке зеркал пиратских сайтов, а сам законопроект был рекомендован к принятию во втором чтении.